Грузия выберет самую красивую девушку страны. Юбилейный 10-й конкурс красоты «Мисс Грузия-2012» пройдет во второй половине сентября. Уже объявлены 20 финалисток из Тбилиси, Ахалцихе, Тель-Ави, Чатура и Гори. Девушки прошли такие этапы, как физические тренировки, фотосессии и записи промо-роликов. В ходе финального шоу победительницу определит жюри. «Мисс Грузия» получит главный приз – автомобиль Toyota RAV4. Награды достанутся и топ-пятерке финалисток. Остальным конкурсанткам достанутся титулы в 11 номинациях. Среди них «Мисс Дружба», «Мисс Экстравагантность», «Мисс Интеллект» и «Мисс Интернет». Мы интенсивно готовимся к финальному мероприятию. В течение месяца девочки, 20 красивых девушек, которых мы уже отобрали для финала, будут готовиться к этому событию. Подготовительный период будет проходить как в Тбилиси, так в Анакле и в Батуми. И я уверена, что к финалу девушки будут уже в идеальной форме. По всему миру мисс страны. Когда выбирают, это очень важное событие. И я считаю, что для Грузии это тоже очень важное событие. И поэтому мы здесь.